Кому день дурака, кому международный день птиц. 1 апреля подвели итоги региональной акции «Покормите птиц». В конкурсе поучаствовали воспитанники детских садов и школьники со всей Ивановской области. Всего около 2000 ребят. Отметим, что в аналогичном всероссийском конкурсе было столько же участников. С ноября по март дети удивляли жюри своим мастерством и находчивостью. Классические кормушки, эко-кормушки и целые птичьи городки с ресторанами. Все это время участники акции пристально наблюдали за пернатыми, изучали их повадки и гастрономические предпочтения. А некоторых птиц и вовсе спасли от голодной смерти. В нормальную погоду птицы способны себя прокормить сами. Но зная вот такие кормные места в тяжелый период, когда погибает огромное количество птиц, это после сильных снегопадов, после ледяных дождей, после долгих оттепелей, когда после оттепели ударяет мороз и практически все покрывается корочкой льда, и когда птицы не могут себе найти корм, для многих единственным спасением становятся кормушки.